День добрый, это модель немецкого мотоцикла R12 в 72 масштабе от фирмы «Звезда». Он мне понадобится для будущей диорамы. Он будет как дополнение, поэтому я с ним особо не заморачивался. В коробке литник с деталями и инструкция, простая и понятная. Модель мотоцикла неплохо проработана, есть небольшой облой, но не критично. Также на литниках отлита подставка, на ней очень удобно будет красить модель. И присутствуют фигуры, их две и собираются они из частей. По сборке ничего сложного, откусываем, зачищаем и собираем. Единственное, я отмечу раму, к которой крепится коляска, она тонкая и хрупкая, с ней нужно работать аккуратно. А то получится две половинки вместо одного целого. Немного доработал крепление для пулемета и подшпатлевал щель. Собрал фигуры, но использовать я их не буду, для моих нужд нужен только мотоцикл. Далее грунтую и крашу в базу. Намешал серо-синий цвет. Черным окрашиваю сиденья и покрышки. Алюминием от звезды прохожусь по двигателю, а серебром сделал фару. Далее немного высветлений и фильтр из масляной краски White Spirit. Здесь у меня три цвета, черный, коричневый и желтый. Ну и в конце немного припылил пигментом. Вот что у меня получилось. И на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.